Если ты сын знаменитого тигра Амура, то волки тебе не страшны, ты даже готов напугать их, как и сделал в приморском сафари-парке малыш по имени Шархан, сын Амура и тигрицы Уссури. Ему только-только исполнилось 4 месяца, сотрудники парка вывели его на прогулку, и местные обитатели с интересом встретили Шархана, пытались его обнюхать. Но в отличие от своего отца, который дружил с козлами, Шархан... Сын его никого к себе не подпускает. И два красных волчонка буквально визжали от страха. Перепугался. Там сзади. А этот сзади за хвост. Там сзади. Так, да.